Слушай, парень, я ведь инженер и умею решать проблемы. Не проблемы типа «что есть добро», потому что с такими вопросами должны разбираться долбанные философы. Я решаю практические проблемы. Например, как можно остановить огромного ублюдка, который задумал порвать меня на мелкие кусочки, подкравшись сзади? Вот ответ. Есть пушка. Если это не помогло, шмаляй из второй. Это оружие, крупнокалиберная станковая малютка, разработана мной. Сам ее собирал. Если встретишься с нею, то тебе каюк.